Сегодня у нас 25 июля 2017 года. Это у брата Виктора Савченко. Вот они, братья, работают. Все, брат, Сергей, да. Ты же хотел на машине вроде, да? Поехать туда, на разъезд. Все, едем, да? Да, все уже, потому что они уже здесь на тракторе, на машине сели. Ты что с тобой? Ничего не было. Я воды взял с собой. 5-литровки. Воды, квасу, молока, просто квас, как это подходит. Быстро так говорит, еще научилась. А, Фрося, да, молодец. Ну. Это будет у Виктора, брата, слив. Сюда мочи коровьей. Там вот дырка у них, а там с другой стороны слив сделанный. Вот так зашили потолок. Щели промазали глиной с опилками. И сверху еще будут утеплять опилками. Ну а стены, я не знаю, чем-то надо будет тоже, видимо, немного утеплить. Вот такое вот у него строительство идет. Вон там вон яма, где железо видно. Коричневое. Там слив сделанный. Ну вот так вот, с Божьей помощью. Это у них, у него опилки лежат. На газели привез. Тут шифером перекрыл все везде. Вот. Это тут зашил фронтоны. Сейчас залезу наверх, покажу немножко. Железная лестница хорошая. Вот. Вот у него замазана глина с опилками. Хотел пена сперва, а потом говорит, зачем покупать, когда можно под рукой все есть средства. Вот. Все закрыл. Сделал. Тут даже вон что у него есть. Интересно даже. Брат, а я у тебя хотел, Виктор, спросить. А там у тебя что за трубы идут внутри? Это что будет? Пластиковые? Трубы? Да. Вентиляция. Вентиляция будет? Ох ты. А как? Как в лучших домах, да? По диагонали все как положено. Да. У Андрея сегодня мы были. Ага. Андрей обкладывал все пенопластом. Здесь пригон. Вот холодный будет. У него же тоже из пенобетона. Угу. Вот так вот. Ну, то есть я тоже об этом думать буду, да? Да, может быть. Ласточки резвятся. Что-то щебечут свое. Тоже какое-то совещание у них или отдых после трудов. Вон, брат, Никита выехал на тракторе. Я ломик захватил с собой. Возьмем. Пригодится. Сейчас посмотрим, чем это. Что-то зад сдает. Игорь Барбаш сегодня в городе, потому что его дома нету. Терентия тоже нету дома. Вот, решили Ерему на машине попросить, а брата нашего на тракторе. О, Игорь тут навоз возил, грязный трактор, навоз весь. Ну все. Что, едем сейчас? А что, подъехал, что-то загрузить нам? Да, сейчас только нам где заправлять его, все. Заправлять, оказывается, еще.
Вот он, баб. Вот он, братья, вот он, вот. Рема. Что, он нашел? Рема, вон, вон. Рема. Вон, вон. Здесь. Ну вот. Что, мы не видим, что это для масла. А, это для масла? Что там, не для бензина? Конечно. Че? Вот этот. Сергей Павлович, подождите меня-то. Алло, мне взяли? Да. А водичку? Водичку нет. А что не взяли? У меня там на велосипеде она была. А сколько у тебя там? Давай вернем. Ну пол, 2,5 литра у меня. Ну что, Никита Андреевич-то способен ехать, нет? Что-то он тормозит. Да они не знают, с какой стороны зайти, где заправить солярку залить. Трактористы. Трактористы. Этого трактора. Он ездит-то ездил на нем, а не заправлял еще. Ну как, а Ерема не знает? Ерема тоже не знает, ходит вокруг дороги. Интересно, что же так Ерема? На смартфоне проигрался. Ну, откуда? Там, где горловина торчит. Чего они не видят? Ну, сзади там горловина торчит. Они, говорят, для масла это. Не знаю, может, ошибается. Бери. За дверки. Ну все, слава Христу.